Владивосток, 1 марта 2023 года. Крышу там что ли делают, шум раздается. Там вдалеке Чуркин, а вот за этим домом находится сопка Крестовая.
Летом здесь много цветов растет на склонах. Здесь вот такие вот клумбочки сделаны. И летом все здесь цветет красиво. Здесь такой скверик с детской площадкой, с лавочками. Там небольшая площадка спортивная, брусья, там турники какие-то. Здесь нескончаемая парковка. Здесь остатки частного сектора, домики стоят. Здесь сквер.
Здесь на территории стоит вот такой вот старый домик. Еще обналичка где-то сохранилась, деревянная, старая. Ну, такая здесь территория. Интересно, там можно пройти? Что там интересного может быть? Вот это похоже окна спортзала. Здесь это, наверное, общежитие. Похоже на то. А здесь плац. Вот здесь вот флаги. Флаги здесь, плац. Здесь, наверное, строевая подготовка проходит у ребят. Сегодня во Владивостоке солнечно, небо ясное, весна наступила. Да. Похоже, это общежитие такое вот. Это внизу спортивная площадка баскетбольная. Там вон спортивная площадка. Старый дом стоит здесь, на территории. Это я обошел вот этот корпус учебный, вокруг обошел. Такой
потом рано или поздно его могут снести. Для истории пускай останется. Флаг Российской Федерации и герб, да? Золотой он там. Морской государственный университет, и так. Такое здание, якоря, тут все дела. Вон, красота какая. Еще один старый домик стоит. Здесь уже такой сгоревший домик стоит с обугленными стенами. Но с кондишкой.
здесь вот железнодорожная больница. Солнышко светит хорошо.
Смотрите на него. Сиетская 21. Сиетская 23.